Ледовые корты Ямала оснащают современным оборудованием для подготовки хоккеистов. Новые бросковые зоны и беговые дорожки в ближайшие 2 года будут закуплены в 6 муниципальных образованиях. А в Лубытнанге уже имеется новейшая специализированная техника, которая помогает повысить качество и эффективность обучения юных спортсменов. Как используется новый инвентарь в деле, показали губернатору Дмитрию Артюхову. Среди обновлений технология компьютерного зрения «Я-снайпер», которая автоматически определяет параметры броска, траекторию, скорость полета шайбы, точность и время реакции спортсмена. Аналитическая сводка данных позволяет выявить его сильные и слабые стороны. Графический интерфейс помогает легко настроить параметры тренировки под себя начинающему любителю и профессиональному хоккеисту. Приобрели тренажер «Я-снайпер», вот, при поддержке нашей главы, вот, Марины Ароновны. Тренажер очень уникальный, так скажем, на нем можно отрабатывать броски, отрабатывать прием передачу. Вот, тренажер сам по себе, да, является очень уникальным тем, что он, на нем более эффективно можно отрабатывать все эти элементы. И то есть повысить обучаемость наших хоккеистов юных. Еще одно ноу-хау – хоккейная беговая дорожка. Это современный тренажер с движущимся полотном, которое состоит из специальных синтетических планок. Их состав, полученный в результате многолетних тестов, в точности имитирует скольжение по натуральному льду. Это обеспечивает эффективность упражнений и высокую скорость обучения спортсменов. Главное достоинство тренажера – статичность. Во время выполнения упражнений спортсмен находится на одном месте, что позволяет тренеру детально изучить работу своего подопечного. Что лучше стало у тебя? Катание. Толчок сильнее. В Лубытнанге хоккеем занимается 133 юных спортсмена, а всего в округе больше 3000 ребят. Последние годы на Ямале значительно усилили поддержку детского спорта. Обеспечивают команды новой экипировкой с ямальской символикой и инвентарем, финансируют выезды спортсменов в другие регионы, оснащают залы современным оборудованием. Все для того, чтобы ямальцы могли развиваться и показывать достойные результаты.